обеспечил апостолов относительно пропитания и отвез им все дома, он и самый вход их сделал достойным уважения, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал он разуметь, как словами «трудящийся достоин пропитания», так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозы жестоких казней неприемлющим. Когда таким образом он освободил их от заботы о пропитании, вооружил знамениями, сделал их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского, освободив от всех временных забот, тогда-то он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть, и не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по пришествии многого времени, и таким образом заранее приготавливает их к брани против дьявола. Этим достигалось многое, во-первых, апостолы узнали силу предведения его, во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия учителя, в-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться им, как непредвиденным и неожиданным. И в-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться, и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда он обличал их, говорил: «От того, что я сказал вам, это печалью исполнилось от сердца ваше, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». Иоанна 16 глава. Впрочем, он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что он будет связан, мучим и умерщвлен, чтобы этим не возмутить сердец их, а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. «Не смущайтесь, — говорит он, — что я вас посылаю, как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были, как голуби. Я мог поступить иначе. Я мог не попустить претерпевать вам какое-нибудь зло и не предавать вас, как овец, волкам. Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так. Это и вам приносит более славы, и мою возвещает силу. Такова моя воля относительно вас». Итак, когда Господь говорит: «Вот я посылаю вас, как овец», давал им разуметь: «Не унывайте. Я знаю, мне совершенно известно, что вы, в особенности, поступая таким образом, не будете никем побеждены». Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все оказалось делом одной благодати, и чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, говорит: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Но поможет ли нам сколько-нибудь, скажет, наша мудрость и в таких опасностях? И можно ли иметь какую-нибудь мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков, и при том среди такого множества волков? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеиная. Как змей ничего не бережет, и когда самое тело его рассекается на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову. Так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славой. Вот почему Господь повелел быть им не простыми только, и не злобивыми, и не мудрыми только, но совокупил то и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а голубинного незлобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы.
потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не соединена с незлобием. Аминь. 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 Завтра